До 700 тысяч рублей штрафа грозит ВКонтакте за неисполнение решений Федеральной службы по финансовым рынкам. Как пишут СМИ, Петербургское управление регулятора признало незаконной сделку по продаже 48% акций социальной сети фонду United Capital Partners. Продавцы Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев должны были предложить преимущественное право выкупа другому акционеру компании Mail.ru Group Алишера Усманова. Тем более, что она давно хотела увеличить свою долю. Впрочем, угроза штрафа не пугает руководство ВКонтакте. Там считают эти претензии необоснованными и собираются оспорить их через суд. А вот что говорят независимые юристы. Сделка происходила вне правового поля Российской Федерации, судя по всему, по английскому праву, не зависело от российского законодательства. Соответственно, какие-либо претензии регулятора в виде ФСФР применительно к этой сделке, скорее всего, не должны иметь места. Кроме штрафа, ВКонтакте ничего не грозит.